Дмитрий Юрьевич Бильярди. Дмитрий Юрьевич, привет. Здорово, Дал. Как дела? Лучше всех. Мы сегодня утром видели, куда ты спешил так сильно. На работу. На работу ехал? Смотрите, он играет в бильярд, смотрите. Смотрите. Стоя на ногах, смотрите, он стоит. Началось пробуждение. Он стоит, смотрите. Видел вас? Да. Ты забил? Да. Конечно. Он играет в бильярд, смотрите. Я уже, короче, на Хансбах, я уже 4 протал, 1 выиграл. 1-4? Да. Как вообще сегодняшний день прошел? Лучше всех. Так, он бьет, смотрим. Извините, что такая плохая съемка. Плохой телефон. Так. Плохой телефон, давай. Юрий, что вы? Кого-кого? Давай, бей. Так, он бьет. Вот это мое, по-любому. А ну отойди, давай. Давай, это его, он бьет. Юрич бьет. Он бьет, смотрите. А, ну туда, давай, малыш. Нет. Ой, блядь. Так что, рассказывай, где был? Так все, прекращай, Андрей, не балуйся. Да что ты? Да ну, прекращай. Так скажи зрителям, что будет? Пробуждение когда начнется? Когда ты помолится, Андрей. Так мы сейчас за тебя будем молиться, братик. Сейчас настроим аппарат. Слабак. Не умеет, да, он бить? Киздяк. Вот. Нет, я так не ударю. А ну, Максик, аккуратно. Максик, аккуратно. Что такое с маленький? Маленький, что ты говоришь? Да я просто, чтобы Макс аккуратно был. Так, сейчас он забьет. Угол спала отломаю. Это самое натягиваешь. А ты Олежку Вою знаешь, Дмитрий Юрьевич? Нет. Нет? Таких я не знаю. Ну он авторитет? Я знаю Вою Олега. А, Вою Олега? Да, Олега Вою не знаю. Воя, что ты за тебя называешь? Воя, Олега Вою я не знаю, я знаю Вою Олега. Олега Вою, да? Ну конечно. Покажем его? Вот Олежка Воя, брат его родной, Дмитрия Юрьевича. Красавчик, как дела у тебя? У меня вообще все классно. Лучше, чем надо. Спасибо, Боже. Класс! Класс! У меня вообще а что ты кушаешь? Отлично. А ну поделись, чем? Не, это по-личному. А, он по-личному ест. Сегодня мы молились, знаешь, что... Короче, все, не хочу. Не будешь играть? Чё ты кинул? Ноги, блядь, не хочу. Чё ты шо? Дурел, блядь. Нормальный. Так а что ты делаешь? Юрич, Юрич его бьет! Юрич бьет его! Кинул, объясни. Положил, а не кинул. Так нет, ты кинул. Да, я положил. Знаешь. Положил. Положить ты знаешь? Юрич, скажи, что за дела? Что это за происходит, Юрич? Сдурел, фурман. Сдурел. Дмитрий Юрич, наш президент. Подвинься. Братан, что ты вымазал, да? Да ну пипец. Так это ж новые твои адики. Ну да. Что теперь делать? Что ты скажешь? Хороший человек, Олежка вы. А что он не дает нам орешки? Где ты, барбос? Я говорю, ты где? Ему. Он говорит, я на базаре. Я говорю, я стою возле твоей машины. Он с обрезом стоит, разговаривает. И я стал, чтобы он меня не видел. Я смотрю, он через дорогу на цветах смотрит. Я возле машины или нет? И пошел обратно на базар. Так вот ты какой. Я следил за тобой. Вот ты какой.
Это слизик, понял? Маленький слизик. Да. И оборвал мне все. Да. Ты хотел кого-то поработать с кем-то? Ты не знаешь, что ноутбук на голове на 10 минут назад украл? А не вот здесь. Вот это ты сильный такой. Хорошо. Ты не знаешь, что на Гагарина 10 минут назад украл ноутбук? Да. Такими информацией ты не владеешь, да? Жулики-бандиты. Да, жулики-бандиты. Так что, мы скоро купим камеру и будем на тебя на хорошую камеру снимать, да? Надо миллион просмотров. Миллион просмотров будет, да? И у меня в кармане 100 тысяч долларов. Чего-чего, какие доллары? Сумасшедшие. И ты пойдешь проповедовать Евангелие. На операцию. На какую операцию? Тебя Господь исцелит, ты пойдешь. Это понятно, понятно. Я только видел по Запорожску, мы ехали с Максом, а? Машина такая, Opel красная. Ты хочешь сказать, если он уверует, то пойдет? Ладно. Вот. А? Ты хочешь сказать, что ты уверен, значит ты пойдешь? Да. Да. Ты уверен в этом? Я уверен в этом. Да, поспорим. А ты, Боя, уверен? А под что спорить? Под что ты хочешь спорить? Да, ну что ты ерунду делаешь? Ну он же говорит знаете, поспорить. Да, забирай. А там голос бывает. Будет вам дома работать меня снимать. Я тебе понравился. Такой барбос, кого ты снимаешь? Юрич, ну скажи.